о чем спрашиваете? Фамилию, имя, отчество? Мирзоев Тимур Сулейманович. Число, месяц, год рождения? 7 апреля 7 год. Где вы родились? Город Тбилиси, гражданин России. Где зарегистрировано? Как зарегистрировано? Ну, прописано, где вы? В России. Свердловская область, город Арамиль. Улица? Колхозная, номер 6. Дом номер 6? Да. Вы работаете? Я инвалид первой группы. Ранее судимы? Это советское время, нас всех судили. Вас всех судили. Последняя и судимость. И вас тоже. Последняя судимость у вас когда была? Ну, я сейчас не помню. Но... Ну, давно, да? Да. Где вы в Москве проживаете? Я? Да. В гостинице, где попало, так получается. Вот так. Я понял. Вором в законе являетесь? Я такого не знал слова. Вором являетесь? Вором. Вором в законе, я такого слова не знаю. Вы вор? Я? Да. Я у вас что-то украл? Нет. Вы вор или нет? Я у вас что-то украл? Тимур, я тебе задал вопрос. Господин, я... пожалуйста, ответьте мне. Я у вас что-то украл? Вы вор? Это вор, который ворует. Вы я вор? У вас что-то украл? Вы вор? Как вор понять? По-армянски он по-другому звучит. И что без, дальше? Без. Вы вор? Да. Я? Да. У вас я что-то украл? Тимур, без ошерма, минара да, я вор, что дальше? Все.